В начале декабря телеканал ЛРТ проводил конкурс в социальных сетях. Главным призом была запись волшебного новогоднего поздравления. Итак, победитель определился, поздравление записано. И теперь мы предлагаем вам посмотреть, как это было. Победитель нашего конкурса определился случайным образом. Им стала Евгения Мельцева, активная подписчица телеканала ЛРТ в социальных сетях. Для Евгении и ее дочки шеф-редактор Наталья Григорьева сначала провела экскурсию по редакции и рассказала о процессе производства новостей и других программ телеканала. Здесь есть специально обученный человек, который составляет саму сетку эфира. Вот, кстати, Костя, который составляет ее на бумаге. То есть какие программы, какая программа, зачем идет. Евгения победила под порядковым номером 3 и признается, что не до конца верила в свою победу. Но перед Новым годом, как известно, чудеса случаются. Потому что прям удивительно. Как думаю, дай-ка я поучаствую, дай-ка запишу с ребенком новогоднее представление. А раз, оказывается, третий номер, а третий номер это мой. И всегда счастливый. А говорят, счастливый. Не, а хороший. Он, не, хороший, хороший. После экскурсии и знакомства с коллективом наши гости переступили порог одной из самых волшебных комнат телеканала – студии записи новостей. Именно там можно оказаться в любой стране, в любое время года, да и вообще попасть туда, куда, казалось бы, невозможно. Теперь секрет этого волшебства знают, и на вопрос, как это сделать, с легкостью могут ответить Евгения и Юлия Мельцевы. Они, например, оказались в новогоднем лесу, откуда поздравили люберчан с наступающим Новым годом. А что они пожелали, скоро увидите. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, Андрей Скрипкин, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.